Эх, устал я монтировать. Сейчас бы отдохнуть. Чего-то нам, Романыч, не хватает. Точно, нам нужен диван. Как раз неподалеку фабрика мебели Амиг. Давай туда прогуляемся. Не будем томить, полетели. Ё-моё, где это мы? А, мы все еще возле Еремеля. Надо двигаться дальше. Зайдем в выставочный зал Амиг. Хотя, постойте, выбор нам поможет сделать взгляд изнутри производства. Давайте пройдем вовнутрь. Итак, нам нужен диван. Мы внутри производства фабрики мебели Амиг. Свои вопросы мы зададим начальнику отдела продаж Елене Рустамовне. Добрый день, спасибо, что нас пригласили, что нас впустили. Меня интересует немного истории фабрики мебели Амиг. Расскажите, пожалуйста. Началось все с того, что фабрика выпускает свою продукцию с 2005 года. К сегодняшнему дню у нас большое производство, большое предприятие. Это видно, действительно, это видно. Делаем диваны для дома. 11 лет, 11 даже. Мне также интересно, какие бывают решения в мебели и что можете предложить вы. Каждая мебель, она на любителя. То есть кто-то предпочитает кожаные диваны, кто-то предпочитает тканевые. Ткани бывают тоже различные. То есть делаем мебель любую. Подстраиваемся под клиента индивидуально, под каждого. Очень немаловажный момент. Меня интересует дизайн, идеи. Откуда же черпается столько лет? Расскажите, пожалуйста. Что-то берем с интернета, а так вообще каждый год мы ездим в Москву на выставку, на мебельную, проводится она в экспоцентре Москвы. Ого, ничего себе, да. Серьезно, да? Да, там можно найти абсолютно все, да. А теперь меня больше всего интересует, как все происходит, где все это начинается. Давайте пройдем посмотрим. Пойдем. Все начинается с заготовительного цеха, сюда поступают пиломатериалы. Собственно, все здесь и начинается. От малейшего бруска поступают доски, пиломатериалы. Все здесь обрабатывается, сушится. Здесь просто потрясающе пахнет. Это залог хороших материалов. Мы находимся в цеху выкатушки, где, собственно, собирают выкатушечные ящики, которые выходят из диванов. Скажи, пожалуйста, что это за прекрасный цех? Цех сборки мебели, то есть собирается каркас мебельный, обшивается поролоном, устанавливается механизм и уже обтягивает мебель. Обтягиваю мягкую мебель. Если диван прошел отдел технического контроля, на него ставится печать. А что это ты держишь в руках? К каждому дивану прикладывается руководство по применению мягкой мебели, то есть паспорт, и с образцами ткани, которая есть уже на самом диване. То есть если клиент решил дозаказать к своему дивану там, кресло или еще один диванчик, он может прийти с паспортом и с образцом ткани. Что за процесс сейчас здесь будет происходить? Сюда поступает поролон разной плотности, поликалом режется. Производство безотходное, из маленьких отходов поролона у нас делается крошка. Сейчас я вас проведу в склад швейного цеха, где хранятся и режутся все материалы. Плотность, структура, зернистость, цвет. Здесь можно выбрать все, что угодно, и вам сделать так, как вы хотите. Можно заказать себе мебель, не вставая с пола или с кресла в офисе. В фабрике мебели Амиг очень много отдельных заготовительных цехов. Например, мы сейчас находимся в швейном цеху, где делается материал для всех диванов, которые выходят отсюда. Для чего используется вот три штучки нитки и из какого они материала? На изнаночную сторону берется хбшная, ее не видно, она с изнаночной стороны идет. Вот здесь она проходит, видите, серая нитка. То, что снаружи, то, что видно, берутся две шелковые нитки. Они красивые, крепкие,
общем, вот, чтобы было все аккуратно, качественно. Спасибо, я не знал, что вот из шелка делается. Спасибо. Для нашего дивана изготавливается материал. Он будет красного цвета. Мы посмотрели все на производстве, начиная с бруска, заканчивая натяжением материала. Выбор мы сделали себе по достоинству, пора возвращаться в офис. Вау! А это наш новый диван. Ставьте лайк, подписывайтесь на нашу новую группу. С вами было первое интернет-телевидение The City.